На встрече с руководителями и журналистами ведущих средств массовой информации Сочи говорили о планах на текущий год во всех отраслях. Это и образование, и ЖКХ, и строительство, и экономика. На вопросы корреспондентов, телекомпаний, печатных и интернет-изданий, радиостанций ответил не только сам глава города Анатолий Пахомов, но и его заместители, курирующие различные сферы жизни курорта. Так, например, журналистам рассказали о планах по строительству школ и детсадов, по переселению сочинцев из аварийных домов. Говорили и о незаконных домах. Решение проблемы самостроев – это главный вопрос на текущий год, отметил мэр города. В планах на 2019-й снести 54 дома. Работа уже идет, сносить дома начнут в сентябре. Да, нелегкий вопрос. Все время там, где мы приняли решение, приступаем к сносам, появляются обманутые покупатели. Чаще всего они мотивированы самими застройщиками. Застройщики пытаются их активизировать, вот, поднимают волну. Вот. Но тут надо нам, вот, поверьте мне, я просто, мы уже ввязались в борьбу, и нам надо победить. То есть это надо остановить во что бы то ни стало. Это касается самовольно возведенных домов. Для тех же, которые возводились по договорам долевого участия, но не достроены, уже найдены инвесторы, за исключением двух многоэтажек. Работа по поиску компаний, готовых завершить стройку, еще ведется. Также на пресс-конференции рассказали, что в этом году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», в которую вошел и Сочи, будет отремонтировано 63 улицы. На это из казны государства направят 830 миллионов рублей.